127. Теперь на мать. На мать! Бланк карта. Все старые знакомые. МТ-48, КВ-4-6. Есть бомба, нет ключа. СТ опять, кстати, хорошие. ТТ опять вкусные. Вау, Рума с говном. С говном и какашкой. Опять 2 синих хп, поэтому... Аккуратно! Это было нихуя неаккуратно. Не надо на какашку агрессировать. Не надо этого делать. Того вовсе делать не нужно. Это всего лишь какашка. Ну, денег опять много. Денег дали хорошо. Опять ран денежные. Ты ж по-любому здесь, да, ведь? Конечно. Тут ни хера нет, правда, в общем, проблема. Вернее, что-то есть, но оно все трудно доступно. Да хватит. Здесь вторая, наверное, секретка должна быть. Угу. Ключа нет. Ключа нет. То есть таблетки, причем куча таблеток. Там может быть бомсаки. Вау. Старт. Может быть, я ем таблетки. Тупо в надежде на бомсаки. Я, конечно, это дикий копиум. Честно говоря, таблетки есть не особо хочу. Вау. Просто нихера не падает за этаж. Вообще ничего не падает. Так, бомбы не юзаем. И тогда я, наверное, покупаю, таблетки за 15, чтобы 5 копеек осталось. Чтоб у меня все-таки аркада был шанс. Чтобы в аркаде тоже что-то в теории можно высрать. Если постараться. Вторая скидка, да, но там, блядь, я не знаю. Типа... Я типа не уверен, что выгоднее. Типа, где я скорее найду ключи? Во второй секретке или найду бомсаки? Я не знаю. Я не знаю, что более вероятно. Причем вторую светку я могу еще и не найти. Ты это проверим. Вообще, да, я могу купить сначала табл, да. Ну да, да, я понял о чем-то. Охуенно. Второй локап есть, на него насрать. Или пилс нахуй. Ну, кстати, это хорошо. Я теперь могу таблетки есть свободно. Я знаю и терсдаун, и телепил знаю. Еще минус скорость, пока не знаю, разве что. Нету нихуя. Ладно, в принципе, не сильно мне этой жизни испортило. Тирсдаун. Это фарм. Это гигафарм, это надо брать с собой. Это меня может спасти. Это меня может реально спасти. Ну, пока ключей нет. Я вроде пока ничего не так не сделал с этой игрой. Пока я вроде ничего не виноват. Пока я вроде ни в чем не виноват. Ладно. Надо пока выкину ее. Потом посмотрим. Ну, а, кстати, 5 монет есть. Спасибо за 100 рублей. Аниме. Ладно. Еще таблетки. В курсу. Ну, в курсу я не пойду, блять, на 3 хп. Это хуйня полная. Я не обязан еще и в Кёрс заходить. И там тоже шанс на ключ, ну, тотально маленький шанс на ключ. Кстати, зря я юзаю таблетки, я пока не имею ни бомб, ни ключей.
А, еще так, такая песня, окей. Жестко. Ни! А я не смогу сделать. А я не смогу. Я не смогу давить. Не, ну никак не смогу. Я только наоборот смогу дальше ее запушить. Ладно, похуй. Не отреагировал вовремя. Я сам взорву тренькой, пофиг. Я тренька, если и все взорву, что надо будет взорвать на этаже. Это не такая проблема. Проблема, что ключей, блядь, нет. Это проблема пиздец, конечно, огромная. Это рили проблема. Все остальное пока не проблема. Как какать? Забыл, как их пользоваться. Ёпта. Какой у нас мамбе-то богатый, безработный. Спасибо большое 1000 рублей мамбе за комиссию. А как? А как? Может так надо сделать наоборот? Да. Ключ! Ключ! Все. Таблетки больше не кушаем, так пока выкидывай. Все-таки мы его нашли. Блять, не иди только ко мне. Не иди в угол, уйди отсюда. Это мой угол. Это мой угол, я его пасу. Имба. Уже хорошо. Ну-ка. Еще ключ. Тогда, возможно, даже этом ром будет. Возможно. Пошел сезон ключей после дождика. Я его пасу. Не. Это не культурно. Такого делать я не буду. Я ключ ставил. Еще меченый. Так, я смогу его тоже тринкой бахнуть. Что бомба, я пока что-то не хочу всирать. Еще надо с собой пойти брать эту тринку. Мне так лень будет ей постоянно все фармить. Может быть, еще этаж один пофармлю. Так, это прокатит или нет? Это прокатит? Это прокатит, окей. Кайф. Тут я проверял, да? Вот тут может быть. Ага. Ага. Как опять это сделать лучше? Почти. Блин. Чутка не хватило. Да, блядь! Слишком сложный ребус опять пошли. О. Уф! Оу, бой. Найс. Какие приятные проки там. Уу. GG. Ран пройден, все. Теперь умереть уже точно невозможно. Ты меня байтишь, тварь. Ну ладно, давай фунт плоти. Я готов, игра, давай. Давай фунт плоти. Давай его сюда. Честно, я не помню голос Питера Габриэля прям отдельно. Я только, наверное, Фила Коллинза более-менее, может, узнаю. И то, может, не всегда. Не настолько погружен.
Да, понятно. Как обычно. Так, это хорошо. Ну ладно, не будут у нас бланкарты, увы. Ладно. Так, выкидывай, а то еще так какое-нибудь зеркало еще бахну, будет смешно. Или не очень. Лучше этого не делать. Переждем дождик. Как же они его охраняют? Как же они его охраняют, Андрей? Так, бомб у меня до хрена. Так, это пока оставляем, видимо. Тоже говно, ну ладно. Теперь буду вечно хонта шугаться. Страшный хонт. Ну что, будет фунт плоти? Или опять все же без ломки сегодня обойдемся? Опять обломает. Имба с листом. Ну, если от листика, конечно, играть, что происходит раз примерно 20 лет, то возможно. Опа. Есть шанс. Я тринку не взял, бля. Ну тогда нахуй. А, ну ладно. Не закрылось. Я еблан. Конечно, дорого, но, блин. А юбилял это хороший айтем. Что-то не хочу его оставлять. Видимо, зеркало тупо снизу. Как будто... Да, вот оно. Вот там меч есть. Бля, это опасно. Я все же не буду на тринку использовать, не. Я передумал. Нахуй. Нахуй, нахуй. Не хочу. Я себе не доверяю. Я себе не доверяю. Слишком страшно. Так, ну погнали. В зеркале, да, тоже будут меченые. Надо уже его аккуратно бахнуть. Да, вот он. Аккуратно бахаем. Бля, это было чересчур аккуратно. Это было слишком аккуратно. Окей. Бегут. Привет, Бипа. Спасибо за удачу. А, это всего один трек, что ли? Думал, ты альбом заказал. Как обычно. Чё-то сегодня мельчаете, мамбе. Мельчаете. Слабо дали. Так, ну я забрал ключ. На босса, наверное, уже не пойду. Хотя там был босс один. А что там был за босс? Я уже забыл, что был за босс. Я уже забыл, ладно. Альбом мне интересен. Ну и...
Туда его тогда. О! О! Нормально. Так. Ножик есть, все нормально. Даже пока удача есть, но это, наверное, ненадолго, конечно. Мамбифу. Зачем такие вещи пишешь ужасные? Уфу. За призывы к аниме сразу 25 лет. В ГУЛАГ. Я деньги вернул. Предрим. Так, бомбы есть. Ты сер... Опять ты будешь здесь так бахать? Нельзя. Почему оно не взрывает иногда? Не понимаю. В чем типа разница? Сейчас вроде бахнуло тоже сбоку. О, тоже удача, можно его взять. Вместо А плюс тринька, то есть его в сыру. Будет плюс один, а не плюс 10. Но тоже... Тоже неплохо, лучше, чем ничего. А, был камень с бомбой, окей. Тогда, наверное, с правебыдлом. Тогда, наверное, с правебыдлом. Я что-то опять вижу. Да, реально вижу. Чат, ешьте скорее. Ну, съели. Какой некрасивый ник. Его фрагмент. Да не убегайте. Ключей уже много, шито, все-таки склад откроем. Здорово, Дарклайф. Вообще, это я тоже открою. На, удачи. Еще удачи. Я не спал вообще нихуя сегодня, да. Сегодня ночь какая-то странная получилась. Господи. Скучный ран. Ну блин. Не может быть каждый ран дико интересным, к сожалению. Хотелось бы, конечно. Мог сою взять, было бы очень интересно. Ну, увы. Не взял сою. Плохой стример. Не берет смешные айтемы. Ради детей. Прилавилось. Тут под окном карнач. Выходит, нечисть орет. Пизды бы дал, но не могу. Бля, это неприятно, да. То, почему я тоже лето бывает не люблю. Хотя тут, благо, у нас как-то с этим более-менее спокойно в среднем. Но есть где тоже с этим не очень приятно. Это нечисть, да, она летом сильно активизируется. Такие ребята пропали, рынок хорошие.
Просто вымерли, наверное, уже. Смертью. Естественной. На 15 этаже хорошо тихо. Кстати, это правда, да. Когда он... То я к Хёмне приезжал, или она ко мне. Там тоже, когда те апарты снимали, всегда пытался, типа, как можно выше брать. По-моему, самое большое, по-моему, были на 25-м, по-моему, тоже и 24-м этаже у нас, по-моему, где-то были. Забавная хуйня. Это реально... Вообще почти ничего не слышно особо. И ничего не видно. Хотя, в принципе, это еще не так высоко, как может быть. Хотя у нас выше, по-моему, ничего нет. Кстати, да, у нас самое, по-моему, большое, это 25 этажей, по-моему, или 24, по-моему. Выше нельзя, по-моему, строить. Хоть мамбе. Все-таки решил исправить, смотрим. Спасибо большое еще за 1500 мамбе за комиссию. За деньги дан. Лакака Ностра. Лакока Ностра. Что-то очень, по-моему, старое. Звучит знакомо. Это же репчик. Пацаны, это репчик. У нас два лифта один раз оба сломались, все, это мой решил не идти. Это, кстати, реально проблема. Наверное, если с этим беда. Это, представляете, лежит реально там на этаже 25-м нахуй. И у тебя поломается лифт. Оба. Правда, обычно по два, по три лифта обычно. Даже бывает три даже лифта, а не два в таких домах. Ну вдруг все наебнутся в раз. Или свет вырубят, кстати, они, не знаю, они отдельно где-то запитываются, когда свет. Вообще, по-моему, не отдельно, по-моему, где-то запитывается, по-моему, даже если дома света нет, не все, по-моему, бывает, работает. По-моему, хотя тоже хз. Может, тоже везде по-разному с этим. Это пиздец, боль. Зато фитнес. Сразу можно и все шаги набить, и кардио сделать. Тоже удобно, в принципе, в каком-то смысле. Жесток, я. Actually, even forgot that I even have fucking restock. Oh yeah, there is no shop. Anyway, maybe next floor. Chaos. Yeah. Oh, chaos! It's just random. It can be good sometimes, it can be pretty useless. You just never know how it's going to be. I'm just not a huge fan of chaos on average. Все, прямо сейчас за одну подписку подарочную на бусте. Уже скушали. Быстро скушали. Сейчас свет вырубали, лифты работали. Я говорю, вроде лифты, наверное, как-то отдельно запитываются. Чтобы не было такой хуйни как раз-таки, наверное. Если вообще свет, типа, ебает, не знаю, во всем районе, тогда, может, они не будут работать. За каких там запитывают. В той ветке питания аварийные рабочие. Тупо если рабочий дохнет, аварийка будет работать, как свет на ступеньках сам подключал, типа, эвакуационный. А, ну вот, да. Звучит
Логично, да, что там все-таки должно как-то все же продумываться. Вперед, to be happy. Я забавно, я сам видосы смотрел, по-моему, давно. Как там типа лифты это ремонтируют. Так забавно смотреть, как люди другие работают. Через. То же самое с коврами. Ну да. Ковры чистят, блядь, всякие там. Шарики эти металлические лопают. Острым ножом все режут. Да-да. Интеллектуальный контент на ютубе. О да. Как там, не знаю, какое-нибудь яблоко портится 200 лет в таймлапсе. Опять элитки пошли. Фредмонд. Что за сумасшедший опять уровни? Да прям вкусно, это прям надо кушать. Ну, кто-то тут вкусную съел. Утробную. Спасибо огромное, Фредмонд. За утробную подписку на Boost. На яблоко я могу посадить в холодильнике. Как там это? Зарождается новая экосистема внутри него. Это как-то огурцы, по-моему, оставил на полтора месяца, по-моему, забыл про них. Им тоже было, по-моему, не очень. Про зарождение жизни. Хороша короткометражка, «Любовь, смерть, роботы». А там была такая серия. Я, по-моему, смотрел первый или два сезона, не помню. Прям формат для меня сложный. Там типа серия по 10 минут. Какие-то совсем коротышки. Ну, кстати, некоторые серии такие забавные были. Некоторые довольно интересные были. Я, по-моему, то ли первый, то ли второй сезон смотрел. То ли один, то ли два, то есть... Не помню, когда дропнул. Там уже явно их больше, да, наверное. Что это было 100 лет назад. Уже. А я же не заберу, да, стрейн-карту. Так, я могу, знаете, что могу сказать? Я могу попробовать ее прям выкинуть. Очень красиво. Я смог. И типа я сейчас тут же не потеряю, да, эту костяшку. Можно подумать. Можно подумать, я смогу ее сохранить. Кстати, я не знаю, какой тайминг дропа карты. Никогда, кстати, не изучал, сколько там секунд. Как будто 3. Возможно, 2. Соси, блядь. Вот и все. А там еще один еблан. Господи. Господи, простите. Надо его тоже убить. Это Snoop Dogg? Это, видимо, какой-то не очень, да, старый альбом, наверное. Тогда. Откуда там Snoop Dogg взялся? Старый? Реально, он так давно с ними-то. Коллабил. Ну, хотя Snoop-то понятно, он уже, блядь, 40 лет, по-моему, этой хуйней мается. А, 30 лет, наверное. Snoop Dogg очень старый, да. Кстати, он, по-моему, ровесник Eminem'а, нет? При этом. Хотя Eminem все равно позже начал. Хотя не сильно позже, с другой стороны, тоже. Так подумать. Не намного позже. На года 3-4, наверное. И
типа, тому тоже поможет 50 с хером, по-моему. Особенно смешно с песнями, где там именно типа про свою дочь писал, которая там была, не знаю, года 3-4, наверное, или меньше. Которая сейчас уже 20, наверное, с чем-то уже. Да, я помню, уже 20 с чем-то уже. Типа Хейли. Ёбнешься. Вроде только вчера это ходил, за 20 рублей покупал этот Eminem Show. Кассету. А ну вон он уже как. А 9-й год. Ну да. Хотел сказать, типа, не особо старый, но это уже 15 лет. Ну ладно. Ладно, 15 лет. У меня все еще нет, типа, ощущения, что это как будто было очень давно. Это как будто было, ну вот, типа, пару лет тому назад. Типа, 9-й год, вся хуйня. Недавняя вроде история. Вот оно. Вот-вот. Только-только все прошло. Но нет, уже 15 лет уже прошло. Прям как мне лет, тоже 15. В принципе, все сходится. Как же блайнды сегодня кормят? 16, я передумал. 16 тоже много, это уже старые. Пусть будет 15. Да, как этот Бенджамин Баттон или как-то там. В обратную сторону пошло. Как она дожит, капец. Прям все слезы отталкивает. Пошла нахера. Вау. Серьезно. С грёбаной джарминг картой получил тут же зарядного. Это такая редкость. Это такая редкость. Такой редкий. С этой карты. Когда он нахуй не нужен, тебе его просто каждый раз дают. Вот реально каждый раз ты его получаешь, когда он нахуй тебе не вперся. Вообще, конечно, я мог и карту проверить, но что-то местная карта вроде нравится. Мне, кстати, да может 4-2, подожди. Дамага-то вообще нет, по итогу. Как так вышло. Дамага реально очень мало в этом ране. Сказал, тебе рано пучу. Ты мне еще и подставить пытаешься. Спасибо, Фредман. Мне кажется, все, кто берет эти подарочные, они даже не знают, что можно раны заказывать. С этим уровнем. И слава богу. Спасибо, Фредмонд. А, сделка не опять не открылась, сука. Готовься, да, бля. Да, бля. Ладно, в этом месяце заказов мало было. Ладно. Хотя я думал эти опять. Попробовать, может, ребусы поиграть, попробовать. Эти моды с ребусами. Со второго в смысле? Почему со второго только можно? У меня так написано? Чё? У меня такое написано? У меня тут нож с тринкетом выебали. Чего? А, ты про клип, да, клип, клип смешной. Клип, клип забавный, да.
Ну да, так где-то написано, что можно со второго заказывать. Я просто не вижу ни там, ни в пейзабине, что там что-то есть про второй месяц. Даже я такое писал. Да вроде ж нет. А, ну ты про уны, тогда, а там он сейчас и подарил. Он сейчас подарил уже два подвала и одну утробу. Так он дарит это, он высокого уровня подписки. А вот она не там, скорее всего, кстати, не видно, скорее всего, на экране. Это я вижу. Вам, кстати, может, да, он может не отображать. Я не знаю, почему он, кстати, не отображает уровни. По-моему, он их не умеет отображать, к сожалению. Я так и не нашел, где-то настройка есть. Погода. Марафон подписки. Кстати, первый демедшап, да, в этом ране. Надо было забрать на косточке, кстати. Я, наверное, хочу букворма собрать, кстати. Человек дико странный. Вот реально. Он вроде и сильный, а вроде что-то стат-то не прям много. Ладно, хоть хорошо, что я нашел он этот белял. Ледер. Что-то дали вкусное. Кстати, охуел там, по-моему, кто-то, по-моему, на меня, по-моему, недавно, по-моему, на год, по-моему, подписался на Boost. Как люди верят в то, что я буду еще год что-то там делать. Но, дай бог. В принципе, уже вроде в августе будет год, наверное. По-моему, да, уже в августе год будет. По-моему, как раз когда в том году с отпуска, по-моему, пришел, по-моему, так эту хуйню, по-моему, и создал. Юбилей. Ну, это неплохая была идея, чё. Экстра контент. Сратенький, но тоже. Why not? А я не знаю, кстати. Вроде да, вроде сразу приходит, кстати. Я что-то не помню. По-моему, да. По-моему, там сразу была сумма написана. Ну, типа, потом, видимо, также на год спишет. Видимо. Так, конечно, опасно, если человек потом забудет отписаться и сразу еще за год деньги спишет. Я вот потому эти не особо такие вещи люблю. Подписки. Потому что я сам так редко на кого-то подписываюсь. Я так говорю, как-то раз Amazon почти на 1000 он заскамил. Сейчас зря она вообще за гела. Можно было оставить дабл чардж. Да, как бы даже не скам, по сути, как бы это было сам понятно, типа как. Невнимательный, да? Понятно. Что как надо смотреть, понятно, что там за условия. Но по сути, да, все эти подписки, они да. Такие хитрые. Надо все всегда это. Сосмотреть, что там и как устроено. Как всякие там типа кинопоиски, типа там первый месяц бесплатно или там три месяца, а потом у тебя деньги списывают, ты уже когда забываешь нахуй про это. И потом на у тебя сразу деньги тоже берут. Как бы оно вроде скам, а вроде как бы и... Как бы и не скам. Один хер, ты же не просто так свои данные указываешь банковские. Не-не-не, там вроде не надо ничего указывать. Я, кстати, тоже за это переживал. Потому что тоже можно людей капец скамить, если там еще надо данные указывать какие-то. Вроде нет. Там все нормально в этом плане. Должно быть. А так это было бы, да, это было бы довольно мерзко. Тоже можно было так попасть на бабки. Особенно какой-нибудь подарит там самую дорогую подписку, он забудет ее. Отметьте, потом раз у человека 5000 снимут или там 1000 снимут. По приколу. Жестко было бы. Найс подарок. Было бы, конечно, интересно. А, это роль, у меня же это, батарея, господи. Я зря переживаю. Я забыл, что у меня это дабл чаша так есть.
это мне уже не надо. Нахер. Этаж будет, наверное, на полгода. Какой подарок там планца? Увы. Это же берил, да, по-моему? Это, по-моему, из Cypress Hill. То этого вроде помню. Чё за этаж? Когда он уже закончится? Еще один маппинг. Толку все еще нет. Ну, чтобы не план Е. Это который у Феррари. Это план еще хуже, чем план С, это правда. Уж лучше план С сразу, чем план Е. Там, кстати, слухи же были забавные, что там, возможно, Ньюи пойдет в Феррари, кстати. Вот это был бы, конечно, мем. Если это реально будет так. Но пока это вроде на уровне слухов все. Это что-то сильно знакомое, это California Love? Сэмпл что ли? Что-то уж слишком похоже. Спасибо, Фред, ты что за одну подписку подвальную? Быстро? Ну а ты думал. Без ставок. Я ставку сделаю, когда на паузу пойду. Когда спать пойду. Наверное, еще после этого забега еще одного. Потом какую-нибудь ставку сделаем. Найс. Довольно быстро. Чжим. ГГ.